Всем привет, с вами снова Алексей Захарчук, и вы на канале «Будни строителя». Сегодняшнее видео будет опять о ремонте в моей квартире. Я вам расскажу, что мы сделали за 2 месяца здесь, почему мы не снимали. Так что усаживайтесь поудобнее, видео будет интересным, а мы начинаем. Поехали! Ну и что, мы опять на этом месте, вы, наверное, узнали, да, его, а может быть и не узнали. Те, кто не смотрел мои видео предыдущие о ремонте квартиры, обязательно переходите в плейлист «Ремонт моей квартиры». А мы продолжаем. Что же мы сделали за эти 2 месяца? Ой, да много мы чего сделали на самом деле. Вы видели, скорее всего, предыдущее видео. Если нет, обязательно переходим по ссылке в описании и смотрим. После того, как мы постелили пол в квартире, мы сделали плинтуса. То есть у нас плинтуса из дюрополимера. Мы вам покажем, как выглядит плинтус из дюрополимера и как он выглядит уже в смонтированном состоянии. После того, как мы смонтировали плинтус, мы, соответственно, смонтировали двери. Хотя нет, я вру, слушай, вообще вру. Мы сначала поставили двери, а потом мы смонтировали плинтус. Так, ну что, у нас установлены двери, смонтированы плинтуса там, где это возможно. Ну, чтобы нам смонтировать двери, мы сделали одну операцию. Как вы видите, у нас везде декоративная штукатурка. Здесь у нас базовое покрытие стен, это краска грунт. Для того, чтобы у нас декоративная штукатурка вот прям четко подошла к наличнику двери, мы сначала по периметру двери полностью все окрасили краской и грунтом. Для того, чтобы, когда подошла декоративная штукатурка, не было видно никаких там белых просветов шпатлевки и так далее и тому подобное. После того, как мы вот это сделали, мы вызвали дверников. Дверники смонтировали двери. 3 человека двери смонтировали всего за 1 рабочий день. После того, как были поставлены двери, мы уже приступили тогда к монтажу плинтусов. Плинтуса у меня тоже монтировали ребята примерно в течение 1 рабочего дня. То есть смонтировали плинтус во всей квартире. После этого отшпатлевали стыки, их отшкурили и так далее. Это тоже заняло еще примерно 2 дня. 2 раза по полдня. После того, как мы смонтировали плинтус, мы чуть-чуть ждали декоратора. А декоративку нам наносили, и материалы декоративной штукатурки нам предоставила компания Абадек. Вернее, не предоставила, мы ее купили у них. То есть, так как мы работаем с этим подрядчиком уже не первый год, не первый раз, да, то есть я полностью доверился профессионализму компании Абадек, и в принципе результат меня устраивает, то как выглядит все на стенах. Есть некоторые моменты, огрехи и так далее, но это все поправится уже в процессе после мебелировки квартиры, потому что в любом случае где-то собьют угол мебельщики, где-то еще как-то, чтобы не дергать людей, мы их позовем 1 раз на 1 день, они произведут там реставрацию каких-то моментов, которые мы не увидели в процессе отделки и так далее. В общем, про декоративную штукатурку я сейчас расскажу более подробно, какие покрытия у нас вообще в квартире есть. Так, ну что, у нас началась работа по нанесению декоративной штукатурки. На сегодняшний день непосредственно отгрунтованные стены, это грунт с краской, да, то есть специальная краска грунт, чтобы дать цвет декоративной штукатурке. К сожалению, сейчас здесь темно, ну, то есть что видно, то видно. В данной комнате это спальня. У нас на стенах покрытие под названием замша. Оно выглядит практически как краска, такое вот, как будто бы вы трогаете замшевую ткань, стены достаточно приятные на ощупь. То же самое в замше, полностью у нас обработка плинтусов идет. Стены, которые будут за шкафами, у нас просто покрашены краской грунтом для того, чтобы они, ну, достаточно хорошо выглядели до того времени, пока не смонтированы шкафы. Конечно, это лишние затраты денег, но, скорее всего, я перееду в квартиру, когда у нас части мебели еще не будет, и нужно как-то жить и на все вот это смотреть. Поэтому мы очень часто со своим клиентом пространство за шкафами окрашиваем, соответственно, что я и сделал для себя. А что мы еще, в принципе, сделали здесь за этот период времени? Установили двери, декоративная штукатурка, я уже сказал, плинтуса, ну и потолки. Это то, что касаемо работы на квартире. Мимо этого шло
куча параллельных процессов, да, то есть мы съездили к мебельщикам, разработали полностью кухню, ее наполнение, согласовали цвета, размеры и так далее. Так, а мы сейчас подбираем оттенки цветов, кварцевого камня, керамогранита, в общем, собираем наш кухонный гарнитур. Так, а я пришел сегодня в компанию Мебельхоза образцами. В итоге мы взяли еще образцы столешни. Завтра будем смотреть, как это все сочетается с полом. На следующей неделе в начале приедет мебельщик на финальный замер, да, потому что у нас готовы натяжные потолки. А как я всегда говорю своим заказчикам, замеряйте мебель только после того, как у вас готовы все финишные покрытия. Пол, стены, потолки. Если же вы сделаете по-другому, может что-то не стыкануться. Мы съездили к мебельщикам. Произвели полностью разработку мебели, то есть кухни, детской. Съездили мы еще к людям, кто изготавливает мягкую мебель. Мы разработали полностью кровать, вот эту вот с мягкой угловой стенкой для сына. Мы съездили еще и подобрали весь текстиль. Сегодня приехали в компанию «Красиво», подбираем шторы для нашего интерьера. У нас есть дизайн-проект, есть образцы стен напольного покрытия и цвета нашей кухни, также дверей. Исходя из этого, мы будем подбирать общую концепцию именно текстиля в нашу квартиру. Мы об этом позаботились заранее, чтобы потом мы могли просто оплатить и нам все изготовили. Вы не представляете, нам пришлось взять текстиль для штор в одном месте, поехать к людям, кто производит мягкую мебель, привезти образцы пола, текстиля, шторы и так далее. И мы с дизайнером, с Аленой там просто вот так вот миксовали все, смотрели, что друг другу подходит, сочетается и так далее. В итоге по результату будет красота, я уверен, потому что по-другому у нас. А если вы знаете, занимаюсь ремонтом квартиры, коттеджа уже порядка 17 лет, кстати, скоро уже 18. По-другому у нас с Аленой просто не бывает. Она классный дизайнер с чувством вкуса. Ну а мы, соответственно, реализуем ремонты так, чтобы все остались довольны. Чтобы вы понимали на минуточку, разработка только мебели у нас заняла 3 раза по 4 или по 5 часов. Это кухня и детская комната. Это только шкафы. Это 3 шкафа по большому счету. 3 раза по 5 часов. Чтобы подобрать текстиль в квартиру, мы тоже потратили порядка 4 часов. Чтобы подобрать, мы принесли все образцы, смотрели одни варианты, другие, третьи, пятые, выезжали на замер к нам в этот же день, да, то есть замерили, мы согласовали какие-то моменты на месте. Был такой прикол с сыном. А мы тут съездили, я говорю, сын, а мы тут подобрали шторы и так далее. Он говорит, папа, ты помнишь, ты мне обещал то, что у меня шторы будут управляться Алисой? Я такой, ба-бам, а у нас этого в проекте нет. Пришлось вызвать электриков, проложить дополнительный провод, изменить чуть-чуть внешний вид этих карнизов. Ну, я попал на 50 тысяч плюсом рублей за счет того, что у нас будет электрокарниз, который я обещал сыну. Других вариантов нет. Если обещаешь ребенку, обязательно делай. Да и вообще, если обещаешь, делай. Так вот, мы сейчас находимся в детской и в продолжении разговора о шторах, что пришлось сделать. У нас есть вот распаечная коробочка на потолке, от которой мы протянули провод. И так как у нас шторы были не до потолка, нам пришлось просто изменить чуть-чуть проект. Я крайне это не люблю, но вывести провод под электрокарниз. Ладно, был бы один электрокарниз, сложность-то их 2. То есть на каждую створку окна свой электрокарниз. И каждый стоит там по 25-27 тысяч рублей. И если бы был один, то папа бы попал на 25, а их 2, папа попал на 50. Соответственно, вот такая вот история. Коль мы находимся в детской комнате, хочу вам рассказать тоже про декоративные покрытия здесь. В данной комнате у нас тоже замша. Такая серая, достаточно приятная, интересная. А здесь у нас особенность. Это у нас нанесение декоративной штукатурки травентин вот с такими вот глубокими, грубыми, брутальными полосками, которые будут в дальнейшем подсвечиваться светодиодной лентой. И всю эту структуру, кривизну они будут показывать, что тоже достаточно интересно в дизайне. Вот. Еще. Если вы видите, да, то есть вот смотрите внимательно за этим видео, где-то у нас стоят розетки, где-то у нас их нет. Мы розетки поставили тоже в этот промежуток времени в тех местах, где их установить можно. Там, где у нас будет мебель, там, где у нас будут выключатели, мы пока ничего не устанавливали по одной простой причине. Розетки поставим уже в мебель, а выключатели мы будем устанавливать в момент, когда нам придут реле для умного дома, потому что их нужно будет поставить в подрозетники за
выключателями и, соответственно, их сконнектить с системой умного дома. Будем монтировать, покажем вам про умный дом, как это все настраивается, как это происходит, какие приложения используем, кто нам это интегрирует, у нас будут умные шторы, в общем, будет много-много-много интересного контента. Чтобы не пропустить его, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк, ну и делитесь видео с друзьями, вдруг кто-то тоже делает ремонт, ему будет интересно наблюдать и посмотреть. А весь ремонт у меня есть в плейлисте, мой ремонт на канале. А теперь мы находимся с вами в гостиной комнате, да и вообще хочу вам рассказать о четвертом типе декоративного покрытия в нашей квартире. О двух я рассказал. А говорю о четвертом. Почему о четвертом? Потому что у нас одна замша светлая, одна замша темная, есть травентин и у нас есть еще тактильный шелк. То есть декоративное покрытие, которое достаточно износостойкое, за ним достаточно легко ухаживать. Вы видите, как оно выглядит сейчас у себя на экране. По всем ценам я вам буду говорить уже по итогу своего ремонта, когда все подобью. Ну, на сегодняшний день я потратил, как вы думаете, сколько? Напишите в комментариях, сколько потрачено денег уже на мой ремонт. Мне даже и интересно, попадете вы или нет. А штукатурка во всей квартире делалась примерно 10 дней. Здесь работал один человек, то есть декоратор, да. В общем, мы сделали за 2 месяца, так как у нас были новогодние праздники, мы отдыхали, не работали и так далее, плинтуса, поставили двери, сделали декоративную штукатурку, установили розетки-выключатели. Частично. Розетки-выключатели нет. Оговорился. Делали еще кое-какие работы по мелочи, то есть сняли, установили радиаторы отопления, потому что необходимы они были для декоративной штукатурки, чтобы за радиаторами тоже ее сделать. Это необходимо, да, то есть я не люблю, когда за радиатором не доделано что-то. Все должно быть так, как должно быть, чтобы можно было, допустим, снять радиатор, там все тоже было аккуратно и красиво. И, конечно же, мы сделали в квартире натяжные потолки. Кстати, чтобы сделать натяжные потолки, мы приобрели заранее все освещение. Я вам могу сейчас примерно озвучить порядок цифр по освещению, только освещение, без учета светодиодных линий, которые в натяжном потолке, а это треки, это точки, это люстра. И люстры в прихожей у нас стали порядка 200 тысяч рублей, плюс-минус 1020. То есть сейчас у меня цифра в голове примерно складывается такая, нужно смотреть по документам. Это вам, чтобы вы понимали порядок цифр, да, который вам придется потратить на освещение. Только трековое освещение стало порядка 120 тысяч рублей в эту квартиру. Мы, конечно, сэкономили на люстре. То есть оригинальная люстра стоила порядка 70 тысяч рублей, мы ее купили за 15, заказали из Китая. Она один в один как оригинал, также светит, также выглядит, также с какими-то шероховатостями, неровностями, но это окна 69 и 15, ну блин, разница 54 тысячи рублей, это прям хорошая экономия. Вы, кстати, можете поступать именно так, если вы хотите сэкономить, или если вам дорого ваше время, вы можете просто прийти, все купить, освещение в одном салоне и потратить дохренилиард денег, так скажем. Я вам сказал о том, что мы подобрали мебель, кстати, покажу вам скриншоты, как она должна выглядеть, и покажу вам по результату, когда ее смонтируют. Смонтируют эту мебель нам примерно в мае. Сроки изготовления примерно 3 месяца. То есть, ну мне, так как мои подрядчики, мы с ними работаем уже не первый день, не первый год, сказали то, что, Леш, ну мы поторопимся, в 2 с небольшим месяцем мы уложимся для того, чтобы ты заехал в конце мая. У меня срок переезда, это конец мая, 1 июня я уже должен здесь жить. Что далее? Мы смонтировали натяжные потолки. То есть натяжные потолки — это отдельная долгая история видео, но вкратце я вам скажу одно. Здесь у нас смонтированы натяжные потолки с теневым примыканием к стенам. То есть там нет никакой вставки, везде теневое примыкание, кроме гардеробной. Мы вам сейчас подснимем, и вы увидите, чем теневое примыкание отличается от стандартных натяжных потолков с резиновой вставкой. У нас есть белая вставка, это за мебелью в одном из помещений, и есть черная вставка в гардеробе, где мы решили чуть-чуть сэкономить денег для того, чтобы у нас хватило денег, в принципе, на ремонт, потому что ремонт — это достаточно затратное мероприятие. Я всегда говорю о том, что стоимость хорошего ремонта равна стоимости самого жилья на момент начала ремонта. Если вы считаете, а иначе, пишите в комментариях, я буду вас разубеждать. У меня на эту тему уже много вышло видео на канале о стоимости работ, о стоимости разработки дизайн-проекта, о стоимости ремонта. Поэтому подписывайтесь, переходите, штудируйте и все смотрите.
немного произносостойкость декоративной штукатурки. Косячат все потолочники, не исключение. То есть всегда в момент ремонта возникают вот такие вот какие-то небольшие косячки. Если у вас покрытие износостойкое, например, как декоративная штукатурка, я сейчас при вас экспериментирую. Беру просто влажную губку и всю эту историю отмываю. Это к вопросу о том, можно ли мыть и ухаживать за декоративной штукатуркой. А мне задал Паша вопрос, а в случае, если вдруг декоративная штукатурка будет поцарапана, за счет того, что она имеет вот такую вот непонятную структуру, просто берешь декоративную штукатурочку и пальчиком замазываешь и реставрируешь царапинки. Вот таким вот образом можно избавиться от царапин на декоративной штукатурке. Почему я себе ее сделал, еще раз вам говорю. У меня домашнее животное, пришлось подобрать покрытие стен, то которое износостойкое, которое можно реставрировать, ухаживать, в том числе и напольное покрытие мы тоже подбирали, чтобы вдруг собака посыт, там еще какие-то моменты, чтобы мы могли спокойно за напольным покрытием ухаживать, в том числе и за стенами. А теперь поговорим чуть-чуть о натяжных потолках. А как я и сказал ранее, натяжные потолки здесь сделаны по теневой технологии. У нас примыкание теневое между стеной и потолком. А сейчас ребята как раз таки формируют внешний угол на теневом профиле для того, чтобы не было складочек и было все красиво. Также есть у нас вставка белая и черная. Я вам покажу, как это выглядит. Также потолки бывают разные. Бывают просто ПВХ, а бывают тканевые. Образцы тоже вы сейчас видите у себя на экране, как выглядит ПВХ, растягивается, как выглядит ткань. Что здесь вообще интересного в квартире по натяжным потолкам? У нас светодиодное освещение в кухне, в спальне, в моем кабинете, на балконе. Также у нас, пойдемте покажу, как спрятаны датчики пожарной сигнализации. Только мне надо где-то взять стремянку. Сейчас возьму и покажу. Я залез на стремяночку и хочу вам показать и рассказать. Во многих жилых комплексах этажностью свыше, там, по-моему, 16 этажей, я могу ошибаться, стоит система пожарной сигнализации. Чтобы она не портила ее вид, как обычно поступаем мы. Мы делаем вот такие вот магнитные решеточки, под которыми спрятаны датчики пожарной сигнализации. И если что, в случае пожара эти датчики реагируют на дым, дым туда будет спокойно проходить, и датчики пожарной сигнализации будут срабатывать в случае чего. Также, коль мы находимся здесь, Паш, покажи, у нас, если вы видите, на квартире есть такие открытые места, где нету натяжного потолка. Сейчас вам покажу, для чего мы это сделали. Это не экономия, я скажу сразу же. Это специальный ход для того, чтобы все по завершению ремонта выглядело эстетично и в одном стиле. Я опять залез наверх. Так вот, почему мы в некоторых местах оставили места без натяжного потолка? Это не экономия, это специальный технический ход. Так как я и сказал, везде у нас теневое примыкание. Когда встанет шкаф, он просто заходит чуть-чуть в тело потолка, и у нас вдоль шкафа получается идеальный теневой зазор. То есть сверху у шкафа будет просто вот такая вот планочка, и у нас вдоль шкафа будет теневой зазор. Опять же, это все зависит от квалификации мебельщиков, которые будут изготавливать мебель. Надеюсь, они сделают все вплотную, а не отодвинут там на сантиметр, где у нас будет все вот это видно. Но я уверен в своих мебельщиках, то, что они сделают все так, как надо. Поэтому всегда доверяйте профессионалам, ищите тех людей, кто даст лучшее решение, несмотря на цену. А еще вам хочу рассказать, что же это за МДФ планка у меня на объекте, да, и зачем она мне нужна. У нас есть, помимо вот таких вот решений, где нет шкафов, у нас еще будут накладные элементы на стенах, такие как МДФ панели и так далее. Но мы заранее попросили наших партнеров мебельщиков их распилить для того, чтобы их заранее заложить под натяжной потолок. А для чего мы это делали, я вам сейчас покажу на примере гостиной комнаты. Теперь перемещаемся туда, а я снова беру с собой стремянку. Я снова наверху. А вы сейчас видите у себя на экранах, здесь у нас будет такая телевизионная панель, которая будет сделана из ЛДСП или МДФа в цвет дерева. Так вот, мы заранее заложили вот эти вот МДФ панели под потолок. Вы видите, сейчас вот черные, мы открасили их торцы в черный цвет, чтобы они не выбивались из фона основного потолка. И когда у нас панели будут смонтированы полностью, приклеены к стенам, у нас тоже будет везде идеальный теневой зазор.
конечно, можно было бы сделать как? Натянуть потолок и МДФ панель или там мебельный щит просто примкнуть напрямую к потолку, но тогда теневого эффекта не будет. А мы постарались сделать так, чтобы у нас теневой зазор был везде по периметру всех предметов, поэтому мы оставили местами недотянутый потолок, сформировали там теневой зазор предполагаемый и смонтировали МДФ планки под толщину всех покрытий, которые будут в спальне, там двойная МДФ, здесь одинарная, чего вполне достаточно. Это вкратце про натяжной потолок, давай спущусь. Если вы хотите увидеть полное видео, обзор натяжного потолка, какие технологии использовались, как он собирался, увидать в разрезе все профиля, чтобы наши специалисты, кто монтировал, вам рассказали, из чего все состоит, как это монтируется и примерно сколько это стоит, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал и смотрите следующее видео. Следующее видео будет про натяжной потолок. Еще пару минут я займу вашего времени. В момент, пока все здесь происходило, декоративная штукатурка, устанавливали двери, монтировали натяжные потолки и так далее, к нам пришла вся бытовая техника. Так, в общем, вот такой вот у нас объем техники. Сейчас нужно будет придумать, куда его расположить, потому что у нас еще и будут натягиваться натяжные потолки. Самое главное, чтобы ничто друг другу не мешалось. Которая, конечно же, мешается на объекте, но деваться некуда, потому что она мне пришла из соседнего города. Это так вкратце. Поэтому мы, что будет вообще в следующих видео у нас? Это натяжной потолок, это то, как мы проектируем, разрабатывая мебель, о том, как она монтируется, как приезжали замерщики, как мы монтировали систему «Умный дом» и так далее. Кстати, как мы монтируем сантехнику, тоже вам покажу. Подсниму, то есть про монтаж сантехники отдельного видео не будет. Скорее всего, выйдут короткие шорты у меня на канале, поэтому обязательно подписываемся, чтобы увидеть. Чуть не забыл вам сказать, а еще в этот период мы везде произвели базовое окрашивание стен, как раз таки за местами, где не будет шкафы. Я хотя, возможно, и говорил об этом, то есть здесь у нас была просто белая шпатлеванная стена, за шкафами мы ее окрасили, а также мы смонтировали везде еще терморегуляторы для теплого пола, которые будут работать совместно с системой «Умный дом». Ну а система «Умный дом» будет в следующих видео. Всем хорошего дня или вечера, и увидимся с вами на просторах интернета. Пока!